В блокноте иероглифы, в глазах легкая паника. За полчаса до прилета делегации волонтеры Анна и Ангелина переводят для китайских студентов вопросы первого развлекательного. Одно смущает – вдруг гости окажутся из другой китайской провинции. И тогда все вузовские знания о Поднебесной окажутся бесполезными. Буквально еще вчера вечером мы с ней собирались пойти на пары, делали домашнее задание, переводы. Нам позвонили с факультета, предложили помочь немножечко, поработать переводчиками, покурировать немножко китайскую делегацию. Нам показалось, что этот шанс дается не каждому. Мы, конечно же, согласились. Широкие улыбки, приветственная речь на китайском языке и отчетливый ответ по-русски. Оказалось, коленки у волонтеров дрожали зря. Трое из 10 гостей владеют великим и могучим довольно сносно. Но я училась в Долинском университете иностранных языков. Вы знаете, это 2 года тому назад ваш бывший президент там был. Это находится в городе Долин. Еще и другое имя – это Порт-Артур. Чашка чая после долгого перелета. И сразу в аэропорту лозунги «Русский и китаец – друзья навек». На весну студенческую гости из Поднебесной прилетают уже 2-й год подряд. Говорят, в этот раз приготовили умопомрачительное шоу. Это народные танцы, да. Мы будем выступать в, как по-русски, в группе, группе конкурса танцев, да. Завтра. Пока гости из дальнего зарубежья только спускались с трапа самолета, автобусы с делегациями из городов России прибывали к гостиницам Челябинска. Всего на фестивале ждут больше 2000 студентов и 70 делегаций. Вот уже раза три, наверное, мы видели, как приезжает делегация. Вот. Это только за сегодня. А так еще вчера приезжали, позавчера. Нет, вчера. Вот. Только началось, но уже маленько так сложно их собрать. Их много так, и они разбегаются. Творческие студенты не только разбегаются, но еще и смеются, поют и даже танцуют. Говорят, что сами не знают, действие ли это весны или южноуральского воздуха. Мы доехали достаточно хорошо, потому что ехали замечательной компанией, объединившись, с громкими кричалками. Ну и, в общем, потратили всего лишь сутки на то, чтобы добраться до Челябинска. В холле отеля не протолкнуться. Одни выбирают себе номер, другие уже собираются на прогулку по городу. Правда, каждый из них первым делом получил особенную смарт-карту. С помощью этой карты без проблем вы можете позавтракать, пообедать, поужинать, пройти на любую площадку, также получить дополнительно игра в боулинг, походы в кино, дополнительные функции. Здесь на ней все запрограммировано, и то есть без проблем, без каких-либо, ты можешь пройти на любую площадку, при этом у тебя не будут спрашивать паспорт или еще что-либо. Здесь все написано и запрограммировано. Ко всему прочему, по такой карточке организаторы в прямом смысле отслеживают перемещение участников. Теперь гости в Челябинске вряд ли потеряются. Вообще это абсолютное нововведение фестиваля, то есть никогда не было ни подобных аналогов, ни вообще таких идей не возникало. В этом году вот смарт-карты ввели наши организаторы, и пока что система работает очень хорошо. Ее опробовали несколько раз, и пока что она никого еще не подводила. Организаторы с уверенностью заявляют, к открытию готовы на 100%. Жюри фестиваля хоть и не в полном составе, но уже на Южном Урале. Судить обещают строго и заранее просят не обижаться. Ведь главное на весне не дипломы и оценки. Я желаю вам тоже впасть в эйфорию. Пусть все будет здорово, действительно дружите и веселитесь. Ну а мы со своей стороны, я имею в виду членов жюри, обеспечим вам какую-то смысловую нагрузку. Удачи! В эти минуты идет официальная церемония открытия фестиваля. О том, как это было, мы расскажем вам завтра в очередном выпуске нашего дневника. Это будет славная охота, Челябинск! Иван Гончаров, Александра Мыльникова, Виктор Васильев, Олег Салпанов, Александр Андреев-Шагов, СТС, Челябинск.